Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня снимаю такое внеплановое видео, девчонки, зашла на сайт Zara и поразилась, у них такие новинки классные. Я вам сейчас сделаю такой небольшой обзорчик, если хотите подробнее посмотреть, что у них. Вот видите, с камешками, не с камешками, даже с железками свитерочек. Я просто сделала такую подборку, на мой взгляд, самых таких интересных моделей. И в конце я вам покажу, покажу топ моих именно 6, моих 6 изделий. И скажу свое мнение. Вот сейчас просто вам показываю, что у них из новинок. Вот смотрите, какой вязаный, с вязаными цветами крючком. Вот, и что хочу сказать, давайте выберем, как обычно, чего бы нам хотелось. Но я думаю, из этих, это я вам просто показываю вот такие вот как бы интересные вещи. Есть там, конечно, совсем улетные такие. Я даже сюда в подборку их не как бы не давала, не сохраняла. Вот, поэтому показываю то, что, на мой взгляд, может быть интересным. Вот. И в конце будет моих топ-6. И, ну, естественно, жду вашего мнения. Я с удовольствием почитаю, делитесь. Обсуждайте мое мнение. Вот, и давайте определимся, что же нам будет из этого нужно. Вот видите, вот такой вот интересная модель. Конечно, я бы ее не вязала, вложила сюда в подборку просто как идея. Просто вот видите, насколько они экстравагантны. Очень много моделей с такими широкими рукавами, заметила, что такие классические модели все-таки остались широкими рукавами на этот сезон. Еще будет одно видео там с топами, я хотела в одно как новинки дать, но топы, летние топы надо давать, снимать отдельное видео, мы их обсудим отдельно. Вот этот вот свитерочек, видите какой, ну вязать его, я думаю, никто не захочет, да и я тоже. Вот довольно таки интересная модель, но уж очень она трудоемкая. Сейчас я попробую увеличить вам. Кто хочет рассмотреть помедленнее, видите, и топ здесь. Возможно, топ и свяжем. Посмотрим, девчонки. Я сделаю еще одно видео по топикам. Тогда мы решим. Сейчас жакетики, свитерочки. Красивый. Ну, простейший, просто за счет камушков он смотрится оригинально, но я бы такой бы, наверное, и не носила, если честно. Хотя смотрится очень красиво. Вот он, такая вот моделька. Вот рубашечный покрой, видите, абсолютно без никаких прибамбасов. Видите, тоже вышитые, очень много у них в этом сезоне с разными элементами декора. Видите, такой тоже достаточно интересный, да, и вышивка здесь, и шишечки. Интересно очень, хотя тоже носить, не знаю, вот напишите мне, носили бы вы такое. Ну, вы знаете, возможно, да, возможно бы и носила, если бы похудела до моего старого размера. Что-то уже возраст, наверное, дает о себе знать, и все-таки уже не будешь как в 30. Ну, это я по себе сужу. Есть же женщины, которые сохраняются. У меня что-то не получается, как приклеились 10 лишних, так и не хотят отклеиться. Вот, еще тоже с камушками интересное, смотрите. Ну, тут я думаю, здесь пришиты, а не все бусины. Ну, тоже такое интересная модель, но я считаю, это она не носибельна, как бы она свое не отслужит, так скажу. То есть мы ее можем связать, ну, оденем буквально 1-2 раза и что? И через год она вообще будет неносибельна. Вот там я собрала уже в конце, как бы в мой топ, я собрала те вещи, которые я считаю, у каждой женщины должна быть такая вещь. Вот это мне очень понравилось. Здесь комбинация сшитых элементов. Видите, вот это пришита полоска ткани. Сейчас будет там, видите,
карман сделал из ткани, я предполагаю, подкладка кармана из ткани, и вот такой вот хвост пришит. Но это при том вязаный свитер, видите? Худи как бы. Вот. Но это тоже можно сделать, но я считаю, не стоит тратить время, оно очень долго, муторно и, мне кажется, излишнее. Вот такая классический жакетик. Там будет подобный, поэтому я этот в топ не поставила, потому что тот, который будет дальше, будет интереснее. Вот. И этот такой, ну он, ну хотя, видите, широкий рукав, короткий, простенькая достаточно вещь, но довольно-таки симпатично смотрится за счет, наверное, карманов. Я сказала, по-моему, короткий рукав, нет? Широкий рукав, я хотела сказать. Видите, снимаю без монтажа это видео. Вот сейчас хочу поближе показать. То же самое, что вот полностью идентичные две модели. Так, только в пряже разница. Вот это и предыдущая, видите? Одинаковые. Хотя мы можем, в принципе, сделать и такую вещичку. Это от вас, девчонки, зависит. Видите, очень простой такой жакетик. Вот. Тоже интересная модель, интересный узор, но опять же широкий, прям расширенный рукав, он даже как бы присобран, я не знаю, долго ли будет держаться, так видите, собран рукав здесь. Не знаю, я считаю такие вещи вязать опасно, потому что через год вы их не оденете. Я больше склоняюсь как бы к классическим вещам. Хотя можно и поиграться, а вдруг вы эту вещь будете любить долго. Вот тоже жакетик, тоже я считаю не особо практичный. Три четверти рукав. Рукав на плече со сборкой. Он симпатичный, мне он нравится, девчонки, но тоже как бы, ну вот. Вот, ну, не знаю, джинсам, да, к брючкам вы его оденете. Не, ну и тоже не везде вы его будете носить. Но мне нравится. Вот он такой. Видите, тоже, в принципе, простой. Там собран просто рука. Вот это довольно. Вот это шестое место занимает этот кардиган. Вот смотрите, он простой на самом деле. И крой простой. И в исполнении простой, только что цвета комбинированные. Здесь такой бы я, в принципе, для эксперимента могла бы и связать. Цвета можно там предлагаются на, ну, в самом магазине, интернет-магазине, только один вот этот вот цвет. Нет, получается два их, видите, они разные. Ну, в общем, а крой, смотрите, спущенный рукав, тоже обычный рубашечный крой, спущенный рукав. Вот такой, а вот видите, это другого, как бы другой расцветки, но в том же стиле. Так что смотрите, это мой шестой номер, так что уже здесь можно нумеровать. Те, которые до этого были, те я вязать не буду, девчонки. Я считаю, это просто лишняя трата времени. А вот из этого можно уже выбирать. Так, и вот пятое место занимает вот этот свитер. Ну, я бы его связала, допустим, как для себя и для вас. Я считаю, вот такая вот моделька, она очень практично и очень нужна. Если связать из шерстяных ниток, я бы ее сделала чуть потолще нитки, но такого фасона, да, именно фасон бы оставила, но тонкими нитками бы не вязала, потому что это очень долгоиграющий как бы момент. Видите, задняя часть здесь длиннее, передняя короче. И разрезы по бокам, то есть такого свободного покроя свитер я бы носила,
И всем бы советовала иметь такой у себя, видите. На самом деле он очень простой, но немного интересно сделан реглан. Это мне надо позаглядывать внимательно. Видите, оно как бы спинка длиннее, а сам передняя часть короче. И вот интересное решение реглана наподобие как того свитера, что я вязала от H&M. Вот, но это надо тоже с ним подумать надо. Но все решаемо. Так, поехали дальше. Четвертое место. Вот тоже такая вещь, считаю. Это из разряда быстро-просто. Вот правда. Очень быстро, очень просто. Но при том, на мой взгляд, тоже я люблю, допустим, такие вещи и под джинсы, и под лосинчики вот такое вот натянуть на себя. Большое, широкое, бесформенное. В таких вещах очень уютно и тепло зимой. Вот тоже спинка длиннее, чем вперед. Это у нас, это четвертое место, да? Так, ну и сейчас я вам скажу сразу. Три первых места, они... У меня нет 3, 2, 1 места. То есть эти три вещи, я считаю, самые классные, на мой взгляд. Они очень простые. Это не вымысел какой-то Зары. Это просто классические вещи, которые я считаю вне сезона и вне возраста. Вот, что хотела добавить. И просто единственное, что я бы их сделала все три. Почему? Потому что даже если я понимаю, что можно купить, но купить нельзя как бы все размеры, так там только S, M, L, да. Во-вторых, не все цвета, вот предлагаемые цветы, все, выбора цветов нет. Интересное решение этого свитера. Здесь оставлены, что я видела, петли, и они без шва вот связаны вверх. Вот, я бы его связала. Из махера или из шерсти я бы из махера толстого связала. И считаю, что такой свитер должен быть у каждой женщины. Потому что он под все, под юбку, под брюки, не знаю, под платье можно наверх на платье одеть, под джинсы. Классический теплый свитер. Вот, смотрите, какой он классный. Простой, но классный, действительно. Я считаю, что эта простая вещь должна быть у каждой женщины. Именно теплая, из хороших ниток связана. Я же говорю, этот свитер не вымысел Зары. Вот, вторая вещь. Вот этот жакетик. Он наподобие тех, которые были. Но я бы его, конечно, но это уже дело возраста, я бы сказала. Я бы уже и удлинила, а моя бы дочка носила вот так вот. Вот этот мне нравится. Он точно такой же, в принципе, ну не точно, ну очень похож на те, потому что здесь не спущенная рука, все-таки здесь в точной. Вот. Ну, такой ближе к классике, я считаю, тоже он носибельный под все, абсолютно под все. Поэтому, и тем более расстегивающийся, тоже такая вещь, считаю, должна быть у всех. И вот это первое место. Ну, на самом деле, эти три вещи, они у меня топ просто. Потому что вот эта вещь, посмотрите, она, во-первых, она простая, опять же, за счет подбора цветов, но это ж можно подобрать именно ваш цвет, потому что, опять же, предлагаемый цвет только в одном цвете, вот, только вот этот вот. Поэтому я считаю, что эта вещь без возраста, без пола, то есть абсолютный унисекс, унивозраст, но она тоже универсальная для всего. И под брюки можно одеть, и под джинсы, и под лосинчики. И вот такой вот свободный, красивый свитер должен быть. Вот. Вот такое вот мое, девчонки, мнение. Что скажете вы? С удовольствием почитаю. Вот смотрите. Классика, полнейшая классика. Никаких выточек, ничего. Никаких признаков женственности. То есть он может спокойно быть мужским. На самом деле очень простой, но со своим шиком, вот за счет подобранных цветов и за счет своей простоты. Вот я вам приближу. Зайдите просто на интернет-магазин Зары и посмотрите.
Вот, поближе, помедленнее, подумайте. Вот, я вам высказала свое мнение, а вы мне выскажите свое. Все, а на сегодня все, девчонки. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока!